Маска, да? Да, вроде. Да, маска. Мото одно, да, я уже пить. И вот ты бежишь, мы догоним. Подожди меня, я с тобой. Я сел в мото. Я в джипе. Санборм, по-моему, в мото, да? На чё пилил? Четвёрка, наверное, Амар. Да, Амар. Я второй. Меня повёз лучше куда-то. Понял, Сентюри поехал, да, это Амар, наверное. У меня, короче, ружье и 4 мин. Еще. Послушай, на проходе там поставят мины. Нам бы повёз. Вот ты Ребята, Т-80 поехал в объезд от базы вокруг 34-й высоточки туда. Будет долбить в тылу. Thank you.
Я не в ухе. Тул взял ХЗ. А второго ликвидировали? Ну, только что. Я на флае. Это не все в Сан-Фри полезли. Может быть. Вот они рвишки выдержат. Ох, блин. Если Сепр ты нейтрализировал, точнее, нивелировал вот эти вот очки. Ничего себе. Карина дались. А Барса что-то давно не было. Лезет, наверное, диверсантом. Спинерая спеца, зараза такая. И слушай, Сенфри прыгни, там мы заставим минами. Там со стороны М60 там пути открыты, я только одну мину пристрел. Понял? Понял, понял, сделаю. Брэдли мы там позаставляли до худы, а вот М60 там одна мина моя поставила. Сейчас туда влеплю. Вот ты олень! Получи, пидор! I think your country calls that collateral damage.
где еще там полезли? Да, и Гратаза вот там возле лечебного, вот там вот заведение за церковью. Барсик в том же направлении. Борган там аккуратнее. Я там шумел. Барс в районе там, где и Тас был, да? Да, только он намного ближе был, я видел его в руках. Он, наверное, больше всего контролирует. КСС здесь. Да, СС здесь. Барс, наверное, в районе церкви где-то там. По-любому он сейчас вынесет его. Санта не вижу. Сняли, сняли. Барс не нашли, да? Снова СС. СС где-то внутри. Барс удавился. Барс далеко стреляет. Может, на высоте? Туда. Поля его нет. Мини-хил это где-то в районе сырая, наверное. В районе 42-й высоты чужой. Пехота, ты уже видел, спускался. Он идет к сараям, пехота, с 42 высоты. Нет, нет, он прямо от сарая, вот СС. Сарай, куст ближе к нам, первый куст возле сарая. Скажи Алексею. Алексей! I'm down. Окей, окей, Алексей, нормально. Ваньки по Брэдли бьют, по машине пойдет. ПМП еще где подошел, тазик мой ПМП поставил. Ну как раз просто там, где вот он контролирует, получается, знает. И где-то. БМП в воде, блин, это пипец. В воде? Да. Одну пустил в РПГ. Далеко.
Окей. Вертолет. Сволочь, а. Пара. Да-да-да-да-да, стоит такой. Не ждал, сучок. Зебра, направление у того медицинского, у тех вот, у госпиталя одноэтажного. Там стоит, можно в церкви его попробовать половить. Кто, Барс? Нет, и 80. Да, вижу Т-80. Ладно, он не обидится. Бросаешь, да? Кинул. Попал. Ой, как хорош. Че, второй Т-80? Ну, он тут это один. Второй. Да, это второй, наверное. Т-72, наверное. Да-да-да, Т-72. А, да, вижу, вот к нему иду. Порой у меня 42-й высоты, я к нему иду. У меня только пластик. Взрываю. Оказался он живой. Ну так все забил. Меня Санфери только один человек держит. Получи, пидор! Второй бимпи взял.
Дух есть, поднимают. Кстати, 115 Паша. Еще не набрал, он уже взлетел. Думаешь, Паша это? Там бурный сзади. На плах иду. Я на плаве. Вынесли гады. Зайди со стороны Брэдли. Просто не вышел. Может и Паша будет летает низко. Льготно. Паша, наверное. Ну да, если так, он здесь говорю, он чем-то на Патата похож. Какой-то ник придурашный придумает, будет морозиться. Обязательно расскажет, какой он красавчик и там даже сколько он навалил. Че аксис пишет хул? Фьюэл что ли? Да наверное фьюэл стейшн. Ты очень-то дал. Эриксей. BMP вроде чужой. Не уверен, джаст это здесь техничкой. А ну пока проверю, BMP может получится зайти. Не, BMP пустая. У нас не 17 в тылу приземлился. Я в BMP. Дешевую шлюху. А ну сам Борн. Да
Блин, много мин. Блин, много. Не пройти. Слушай, BMP, танк, никто не трогает внутри нас. А на мины не пройти. Опаньки, Веном упал. Нашего? Да. Ты кто в танке, блин? Может быть чужой. Может быть чужой. Блин, перевес маленький. Пролезли все эти диверсанты. Ну в этой. Мы воевали и будем воевать! До последнего! Разбойники не сомневаются. Это здесь. Это из Иста. From East Enemy. Да, разбойник вот этих вот домиков, сарайчиков. Кустик. Неужели мало сегодняшних жертв? Остановитесь! Неужели мало сегодняшних жертв? Остановитесь! Что такое? Не ждал, сучок? Жестко. Пошли нам взять. Нет, с опором с кем-то в паре, может быть, там.